Сім завітала до Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру. Сьогодні тут відбувається неймовірне сімейне шоу «Супермама». 9 учасниць, як я бачу з програмки, яку мені вручили на вході, сьогодні змагаються за звання найкращої миколаївської мамусі. Я пропоную не втрачати часу та піти подивитися на позалаштункові подробиці. Ходімо. Всі захоплені шоу, обговоренням цієї теми та власними прогнозами, хто ж серед претенденток стане найкращою. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, стоит перейти уже от моей болтовни к общению с организатором этого мероприятия. Аллочка, приветствую тебя. Добрый вечер. Итак, это мероприятие уже 4-й год в Николаеве. И что в этом году ожидать может уже на зрителей? Что будет интересного? Ой, в этом году попались у нас такие очень активные молодые мамочки. Очень яркие девчонки подготовили красивые номера. Очень переживают. Я надеюсь, что зрители их поддержат. Я переживаю за всех. Если мамочки каждая за себя переживает и за своего ребенка, как он выступит и как выступит она, то я переживаю за всех, что организация – это очень серьезный процесс. И для меня, наверное, в этом году это более теплый, более родной стал конкурс, потому что я вот сама… Это первое мероприятие, в котором я сама участвую как мама. У меня вот ровно... Видели ВКонтакте, скажем так, тортик красивенький на годик. Да, ровно год назад появился сыночек, поэтому я их как-то больше понимаю, больше чувствую, и больше для меня это как-то уже приемлемо. Но сейчас пообщаемся с человеком, который 100% причастен к этому мероприятию, потому что этот человек ведет программу. Сереж, приветствую тебя. Рад видеть. Скажем так, не в первый раз ты сотрудничаешь с Beauty, уже проводил их мероприятия. Для любого ведущего новое мероприятие – это новый опыт. Что именно это мероприятие тебе интересного принесло? Возможно, какие-то анонсики для наших зрителей, за кулисы и так далее? Ну, во-первых, хочу сказать о том, что… Впервые я, в принципе, провожу конкурс, семейный шоу-конкурс «Супермама». И, естественно, для меня это новый опыт, потому что это мамы, это совершенно другие люди. У каждой есть ребенок. Соответственно, каждая из них по-своему относится к этому конкурсу. Каждая желает, естественно, победы. Но, тем не менее, главное, что я вижу в их глазах, это огонь радости, запал в сердце, дабы участвовать и наслаждаться тем, что будет происходить на сцене. Ну а фаворитки все-таки появились уже у тебя? Естественно, есть фаворитки, но я не буду говорить, кто это, дабы не нарушать интригу. Потому что, естественно, каждого своя фаворитка, каждый болеет за свою участницу. И я желаю всем зрителям, которые будут присутствовать на этом мероприятии, дабы по возможности их желание сбылось. Спасибо большое. Ну что ж, удачи желаю, конечно же. Друзья, ну что ж, а мы продолжаем, и я предлагаю пойти дальше, узнать еще позакулисных интриг и позакулисных подробностей. Активно готуються не лише учасники шоу. Група підтримки теж не пасе задніх, адже зовсім скоро їхні учасниці з'являться на сцені, щоб довести, що вони найкращі. А перед початком, кого тільки зі знайомих артистів не зустрінеш, потрібно зробити селфі на пам'ять. Зараз у нас є можливість поспілкуватися з учасницею минулого року. Третій конкурс відбувався в минулому році. Як взагалі зараз відчуття, рік по тому, вже будучи просто глядачкою? От спустя замечательне відчуття, тому що реалізувалися дуже багато цілі, мечти. Супермама дає шанс, дає толчок всім мамам реалізувати какие-то свои цели, мечты, потому что, выйдя на сцену, уже каждая из участниц, она уже супермама. То есть это невероятный драйв, это невероятное ощущение, ну, словами не передать. И сейчас, находясь в зале, я смотрю на участниц и очень-очень переживаю. Какие пожелания, возможно, участницам в этом году? И, возможно, стоит рвануть после этого конкурса и реализовать все, что хотелось? Да, хотелось бы пожелать участницам, ну, мама, в маме много личностей, она и мама, она и супермодель, она и водит автомобиль. Вот у каждой участницы есть какая-то своя такая заветная цель внутри, в сердечке. Вот я желаю, чтобы после этого конкурса эти цели были достигнуты по максимуму в следующем году. Ну да, яркий показатель, это, конечно же, вы. Спасибо большое. Благодарю. Да, конечно же, спасибо большое за интервью. Ну что ж, друзья, а мы продолжаем. Я предлагаю уже пойти посмотреть шоу. Да. Учасниці шоу демонстрували своє вміння в конкурсах «Візитівка», «Дефіле» та «Творчий номер».
Кожна показала своїх улюблених дітей, для яких вона вже супер та мега-мама. Глядачі під час антракту мали змогу віддати свій голос за фаворитку, тим самим вплинувши на результати. А в завершенні шоу ведучий оголосив: «Мама 2015 року становиться номер 4 Анна Шерміна!» Кожна учасниця отримала номінацію та приз, але найголовніше – для своїх дітей вони вже найкращі.